Многодетные семьи, находящиеся в социально опасном положении, обеспечат оборудованием пожарной сигнализации. Совершенно бесплатно. Средства на приобретение выделят из областного резервного фонда. Решение об этом принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Оно состоялось накануне под личным председательством главы региона Вадима Шумкова. При этом руководители некоторых районов, не дожидаясь областного финансирования, уже договорились с представителями местного бизнеса о безвозмездной установке данных извещателей в семьи, проживающие на территории их муниципальных образований. Среди новаторов глава Китовского района. Здесь проживает более 240 проблемных семей. Узнав об этом, в РИО губернатора Курганской области подметил, там, где руководитель беспокоится о безопасности своего района, проблемные вопросы решаются оперативно. Остальные ищут причины и оправдания, сказал Шумков. При этом он раскритиковал работу главы Юргамышского района. На момент трагических событий, унесших 7 жизней, среди которых 6 детей, его не оказалось в регионе. Не появился он на месте и в момент видеосвязи главы региона с руководителями районов. Напомним, в связи с трагическими событиями последних дней на территории Курганской области по личному распоряжению Вадима Шумкова введен особый противопожарный режим. В это время отдельными службами будет уделяться огромное внимание работе с многодетными семьями, находящимися в социально опасном положении. К слову, согласно последней информации, на сегодняшний день на учете в учреждениях соцзащиты Заурали находится около 1700 неблагополучных семей. По заявлению ответственных служб, их реальное число гораздо больше. В связи с этим руководитель профильного ведомства Вера Демина предложила провести проверку реестра данных зауральских семей. Максим Хохонин, Тимур Нацулханов, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».